Почти 230 фермерских хозяйств Башкортостана воспользовались льготными кредитами. Общая сумма займов превысила 2 миллиарда рублей. Всего аграриям республики в этом году одобрили почти 300 заявок, сообщили в региональном Минсельхозе. В этом году федеральный бюджет выделил на льготные кредитования АПК Башкортостана более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Средства пошли на компенсацию ключевой ставки ЦБ. Займы стали одним из основных источников финансирования весенне-полевых работ, в том числе для фермеров. На сегодня сев яровых культур проведен на 1,5 миллиона гектаров. Это более 70% к плану. Мы льготный кредит последние 3 года в основном берем на дизельное топливо, удобрения, ядохимикаты, запасные части и на семена. Севной в стадии завершения поздней культуры остались, пока вот дожди немножко мешают. В основном посев завершен. Отмечу, Минсельхоз России расширил перечень получателей льготных кредитов в ВПК. В этом году их могут получить и предприятия по переработке мяса и мясной продукции. Ранее в список внесли молокоперерабатывающие заводы.